Сирийский кризис стал темой телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Основной акцент был сделан на политическом урегулировании. Уже в субботу в столице Австрии должен пройти новый раунд международных переговоров. И по мнению России, необходимо следовать договоренностям первой венской встречи от 30 октября, где было заявлено, что главная цель – это налаживание диалога между самими сирийцами. Перспективы полноценных переговоров между официальным Дамаском и оппозицией с представителями последней накануне вновь обсуждались во время встречи наших дипломатов с делегацией из Арабской Республики. Из самой же Сирии сегодня приходили тревожные сообщения. Террористы из запрещенной в России группировки «Джабхат ан-Нусра» обстреляли жилой квартал Алеппо. Погибли по меньшей мере 5 мирных граждан. Власти считают дерзкую вылазку местью за поражение на фронте. Правительственные войска при поддержке российской авиации продолжают теснить террористов сразу по нескольким направлениям. И там, откуда изгнали боевиков, налаживается мирная жизнь. По данным российского МИДа, только за последнее время в свои дома смогли вернуться более миллиона человек.